Добрый день. Мы с вами находимся в полевом городе в Краснодаре. Сегодня 2 февраля, и это означает, что прошло уже около 100 дней после посева зимних культур на данном поле. За моей спиной сейчас находится сорт Краснодарская 99, торт сорт, на котором мы планируем демонстрировать наши гербициды. Осенью предварительно для демонстрации перед посевом я сюда внес фон сорняков для того, чтобы создать картинку действия гербицидов, которые будут применяться весной. Перед вами искусственный фон сорняков. Осенью я посевал здесь такие сорняки, как ярутка, подмаренник, мак, костер, лисохвост и другие. Для демонстрации гербицидов, в частности примы форте, я еще создавал искусственный фон падалицы подсолнечник. Для этого осенью я подсеял здесь подсолнечник по разной гербицидной технологии. Давайте сейчас посмотрим на естественный фон сорняков, там, где не было никакого подсева. Вот мы видим единичные растения падалицы рапса. Единичное растение, что здесь еще, ярутки. Но фон довольно-таки невеликий.